В сельской местности все еще ощущается нехватка медицинских кадров и школьных учителей. Муниципалитет заинтересовывает специалистов выбирать конкретные станицы, где обеспечат вновь прибывшего работника земельным участком. Вопрос обсудили на рабочей планерке у заместителя главы города по социальным вопросам Людмилы Мурашовой. Подробности реализации этого закона в Анапе рассказал начальник управления имущественных отношений Михаил Анохин. Он подчеркнул, в каких специалистах особенно нуждаются муниципалитеты. На территории Анапского сельского округа здравоохранение по специальности специалистов с высшим медицинским образованием, скорая медицинская помощь, образование по специальности педагогика и методика начального образования, математика, русский язык и литература, физическая культура, технология. Врач-терапевт и специалисты на неотложку, а также педагоги иностранного языка, начальных классов, русского языка и литературы, и физкультуры необходимы в Виноградном сельском округе. В Гастагаевской правом получения земельного участка будут пользоваться педиатры, терапевт, врач на скорую помощь. И так в каждом сельском округе ждут этих специалистов и готовы их поддержать. Как известно, одной из основных проблем существующего здравоохранения не только Анапы, но и всей Российской Федерации является дефицит кадров. Мы, к сожалению, тоже укомплектованы в объеме 60%. И руководством края, губернатором, законодательным собранием, главой города делается необыкновенно много для привлечения врачебных кадров. Принятое решение о выделении земельных участков решит проблемы, я думаю, не одного десятка врачей, семи врачей, и позволит и привлечь из других территорий специалистов к нам, и закрепить, как бы, имея свой собственный участок земли, уже работающих у нас врачей, когда они смогут решить свои жилищные проблемы и просто перестанут думать о поиске жилья за пределами других территорий. Несомненно, это привлечет именно тех специалистов, в которых нуждаются сельские поликлиники и школы, ведь земельные участки будут выделяться без проведения торгов. О механизме выделения таких участков для сельских специалистов подробнее можно будет узнать в Управлении архитектуры и градостроительства.